конечно же, мне не все равно, кто передо мной стоит. Мне хотелось бы, чтобы передо мной стояли лучшие бойцы, сильнейшие бойцы. Но мне не хочется выступать с мужиками, которые вот их пивной ловят и выводят на ринг. Вот в чем разница. Чего хочется мне, мне же все равно, не все равно. А так я люблю свое дело, я люблю спорт, люблю выступать, люблю драться. Очень большая ответственность. Мне очень приятно, что меня знают как спортсмена, что меня любят как спортсмена. Мне очень приятно, что то дело, которым я занимаюсь, оно не проходит бесследно, что остается какая-то память в спорте, что я то, чем я занимаюсь, идет на пользу. Вот. Мне приятно, что люди идут в спортзал, начинают заниматься спортом, меняют свой образ жизни кардинально, бросают пить, курить. Занимаются. Не обязательно надо заниматься единоборствами боевыми. Надо хотя бы физкультурой начать заниматься. Я такую рекламу видел прекрасную по телевизору. Там говорится, что если ты не любишь свое тело, то его не любит никто. Поэтому полюбите себя, полюбите свое тело. Идите в спортзал, занимайтесь спортом. В первую очередь желание, характер, приобретенные навыки в спортзале, и дисциплина. Там очень много качеств, таких нету, чтобы я назвал какие-то определенные 5 моментов, и все, и мужчина стал бойцом. Нет, это очень такой большой трудоемкий процесс, который у меня он тянется на десятилетия, это вся моя жизнь. Я вырос в спортзале, я не буду говорить, что я там родился. Насколько я себя помню, все время я в спортзале и был. Я скажу даже больше, что боевое искусство для современного мужчины – это как шпага для дворянина. Не владеть ими – это правило дурного тона. Спорт, он в первую очередь дисциплинирует, он воспитывает стержень внутри человека, он формирует личность. И все остальные уже приобретенные качества – это уже сопутствующие вещи спорту, спортсмену и спортивному поведению. Она у меня занимается, да, конечно же, право выбора будет за ней в дальнейшем, чем она будет заниматься, но сейчас она у меня занимается спортом. Она смотрит ваши бои? Да ей еще рано. Я не даю, но ей еще рано, я не навязываю, не сажаю. Она смотрит мультики, ей очень нравится мультик. Да нет, это не жесткий, это жесткий. Это очень благородный вид спорта, где на ринг выходят мужчины и меряются сила, меряется умением своим, тактикой, приобретенными знаниями. Здесь происходит противостояние двух разных школ, двух разных стилей. Здесь ничего жестокого нету. Все очень даже благородно. Нет никакой агрессии, ничего личного, только спорт. Мы со всеми бойцами, со всеми спортсменами очень хорошо дружим, общаемся. И до боев, и после боев. После боев постоянно едем, вместе ужинаем, сидим. Кушаем, желаем друг другу всего самого наилучшего и разъезжаемся по домам. Я же еще раз повторю, здесь происходит противостояние двух разных стилей, двух разных школ, где два спортсмена на ринге в одинаковых условиях выясняют, кто из них лучше, сильнее. Ничего личного, только спорт.
1tvnet.ru. Смотрю, что хочу.